Сегодня в наших стенах проходит мастер-класс, посвященный самому главному празднику церкви – это Пасха. Пасха есть победа жизни над смертью. И это самое главное торжество, когда Иисус Христос воскрес и пришел в наш мир и показал, что Бог есть любовь, и Бог есть доброта и праздник. Мы детям очень часто об этом рассказываем, особенно в ближайшие дни перед Пасхой, и проводим с ними очень большое количество мастер-классов. Сегодня наш мастер-класс посвящен пасхальной открытке. Дети сегодня на открытках будут изображать пасхальные угощения. Пасхальные угощения – это у нас крашеные яйца, кулич. Почему это все? Потому что кулич – это вообще хлеб сам по себе. Но к Пасхе его всегда украшают, потому что праздник. Детям мы тоже очень часто рассказываем о всех историях, о том, что происходит именно в праздник, о преддверии праздника, как подготовиться к празднику правильно, какая вообще история праздника. И завтра у нас будет традиционное освящение пасхальных угощений в 12 часов дня, и дети вместе с родителями принесут свои угощения, и также мы еще проводим патриотическую акцию, которая посвящена сбору пасхальных угощений для наших защитников. У нас сегодня бумага пластика, они используют картон, цветную бумагу и разные декоративные элементы, уже подготовленные. Также ребята знакомятся с традициями празднования Пасхи именно на Руси, делятся традициями своими семейными, как они празднуют внутри своей семьи Пасху, и мы узнаем много нового друг от друга.